Бу икея шаха дегі сайқылы ватандашылар, сейріптіқ, бегбегендіқ. Ве девам айтеміз. Асында бүгінінді айтылды бір чоқ мұсафырымыз олажақ. Ве бүгін үшін енді сонки мұсафырларымыз, е? Сонки, ама студиямызда бір мұсафырды дегілді үч мұсафырлер біз олардың сабырсызлықмен бекледік. Ве не айет олар бізім студиямызда. Сіз оларыны пек якшы білесіңіз, чүнкі тамамшым, дослар, біз бізім эфсаневи олған қайтарма ансамбілі ақында лав юрсетеджеміз. Себеплер чоқ, чүнкі яны программада бекленілі. Бүгін студиямызда енді яш несілінің енді векілері бар. Демек, келіңіз чоқ лафыңызны созмайық, таныш олайық бізім субетімізге. Бұрыны сайғылы дослар, бізім студиямызда Ферат Бей Меметов Иджади коллективның мудері, Эльмира ханым Налбантова ансабылының беде реберы ве Шамрат Бей Бекиров қайтарма ансабылының ердесі. Селям алейкум, қош келдіңіз. Алейкум, селям. Башефлеріңіз қайырлы олсын. Аллах разы олсын. Насылсыңыз, әрші яқшығын, кейфлеріңіз насыл сабадан? Шым күзе. Саба әрті тұрды. Сабадан қа бірші бұзмады дейсі. Иджади кейф көреміз ки. Ве бірінде суалымыз, ал-азырда интернетте бөле бір чоқ малюмат бар. Аллаға шүкір, бізім ансамбліміз. О, әр вақыт яш, біз бұны білеміз, чүнкі енді яны да яны несіл келе. Ама март 12 көліні бөле бір вақия бар, яны 60 ел жанландыруындан. Доғыры мұн асылдыр бұ вақия, демек бұ Қырымда енді жанландырған ансамбль өз доған күніні қайдетті, март 12 күні. Доғыры мұ? Доғыры. Пиразиры. Пиразиры. Іште Қырымнан бізінің енді Өзбекистанға еллатқан сон, 57-ші елі, 12-ші март, бірінші профессионал шекілінде кені яңы тұзылған шо бізінің коллектив, оақты татарский ансамбль песни танцы еді. Қайтарма деп адыны сон, ұзақша ұяна қойдылар. Эльмира Эдемовнадан берабер лаф етіп, айта бізде енді екі доған күні дүгіл. Үч, нечін үш дейсін? 65-ші еллары, 4-ші еллары қайтарма деп адын қойылған. О да бір яңы оны доғылған күні дейді. Так что, о да бір очередной доғылған күні үште ансамблін. Ама екі елдан сон 80 еллығы да қайдетілі жек? Бізлер әнді Қырымда 20 қаш елдан берлі чалышып келеміз. Архив справка еллаттық, архив справкасын берсіндер. 39-ші елін соңына бізде бір кият берділер. Совнарком бірші-бірші деген дайын профессионал шекелінде ансамбль қайтарма өзіні чалышмасын башлаған шо қалқымызға концертлер беріп, 39-ші еллары, декабр айым шолей. Ве мен білсем, бізім сұфрамызда ал-азырда бөле бір енді весиха да, тарихи весиха олған бір афиша ерлеше. Мұнда біз көреміз Сабрия Реджеп, Вейде Топчы, Февзи Белялов, күбі белі инсанлар бар. Бұ афишаның тарихы насыл, вясында мүмкін олса костеріңіз, астихоны бізге. Бу ілька фішалардан бирома, дограма? Бире догол, просто у 1964 году Эдем Налбантов стал художественным руководителем, и вот с этого момента в архиве у нас хранятся очень много афиш, программ, протоколов об ансамбле Хайтарма. И то есть для нас в дома это очень, как сказать? Знаковая память. Да, память большая. И мы храним это с очень большим, трепетно очень храним эти документы, архивы. Так что милости просим, когда будет 80 лет, мы обязательно расскажем и покажем. Чо, гузель, бою концерт программа «Субек Лен Лимин», «Белесен Бубайрамха». Эльмира ханым, ал-азырда сіз бұ ансамбльның бедері бері оласыңыз, ве білеміз ке балалықтан бұ ансамбль сіздің аятыңызда мұйым рол ойнайды. Қайтарма ансамбілі ал-азырда бұ қалқымыз ве шақсен сізлер үшін недір? Это не только для меня, я думаю, для каждого крымского татарина, для каждого из нас это очень, я даже слов не могу найти, что-то
переживаю, нервничаю. Бу юрекимиздин парчаси мен билесин. Да. Частичка для каждого. Эр бир биздин халкымыздын бир юрегин чечиги. Бүгүн биздер мына мен эр вакытта айтам, бүгүн биздер чалышабыз, мудир болуп, партис болуп, ярын өлө ала, чоксо пенсияга чыга бирши ала. Олар да башкаларына окшоп, шо кене зритель болалар, келелер, шо концертин яңы ыржылар пайда ала ортада. Олар да шо келип, ансамбльге, концертке кубанып, концертлерин бакалар. Ончун бу эр бир халкыбыздын бир юрегин бир чечиги. Вот Фират Сервер все правильно говорит. Молодец. Всё гүзел, дек. Бу тарихте де билесиң. Надо было ему самому. Көрөсүз, ансамбль Кайтарма деп язылык дүгүл бунда. Татарский ансамбль песни танца. Узбекистанда оле бир вакыт болган, как раз Эльмира Эдемовнанын бабасын чалышкан вакытына келе. Бу ансамбльге ат коймак керек. Татарский ансамбль бар. Поволжье тарафта казанлардан, бу эки дане татарский агнамазлар. Бир шетип адын коюңуз деген сон, айткан, анда Украинада гаппак бар, молдаванларда иште оларын мецишор уян бир немелери бар, группалары бизде кайтарма деген оюн бар, адын коёй кайтарма деп. Шо мына 64-65 жылдары бу ансамблдин ады кайтарма ола. Ну, кичкене бир тарихы бар. Кечектен мен ахлы. Моим тарихым. Эльмира ханым, беди риверу оларах. Мына ойлы программаларынен оғырашасыңыз. Асында мына песни и танцы. Бұна ерешем мен біраз. Да. Сіз ойлы яш несіліні тапасыңыз мы, қыдырасыңыз мы, қабыл етесіңіз мы? Вен нас оларыны қабыл етесіңіз? Чекі Али істе белгені. Бұл ансамбльдені. Нам не хватает мужчин, пожалуйста, к нам. Нам очень не нужны. Эркешке Ильяны. Нам очень не нужны, да. Мына оғланлар етішмей, яхшы. Ама насыл сечесіңіз? Ну, мы так и остались. Крымско-татарский ансамбль песни и танца. Мы также и танцуем, и поем. У нас, конечно, может быть, мы по молодежи немножко смотрим по-другому это. И все должно быть чуть-чуть вроде бы и крымско-татарское, и народное, но в то же время немножко добавили современного чуть-чуть, потому что мы все равно должны идти в ногу со временем. Конечно, мы должны придумывать и добавлять новые движения в наши, танцы. Может быть, даже какие-то элементы в пении нужно добавить другие. То есть, конечно, мы растем, мы учимся, вот, советуемся со старшим поколением, потому что это не должно быть, не должно смешно выглядеть. Вот, поэтому хсмет улса, иншалла. Да, Фират Сергеевич, да? Когда у нас? На прием скоро. Яны программа, бузбахта, дай там, яны программа, не вахт бекленеле, винасыл шерлерны зиаретит меге планаштырасын. Но вообще новая программа Хсмет улса будет называться «Алтын бешик Яны Девер». Чё, Яны Девер, блин, Тимсали. То есть... Яны Девер, керчектен мирахлы ойлады. Егер шыны Яны Девер ақында лафер сетсек, мына Шамрат Бей, мен белесем, сіз енді Яны Девер, мүмкін мой ойлайды маға? Насыл, асында сіз насыл келдіңіз, насыл қатарлайсыңыз, мына сіздің ілк адымларыңызны ансамбльде? Не үшін тамам милли ансамбліңізні сечтіңіз? Ну, я пришел в прошлом году в Хайтарму. Очень, конечно, для меня такая большая честь, что могу принимать участие в жизни этого легендарного ансамбля. Столько легендарных артистов, которые участвовали в нем. Вот. И чувствуется дух народа в этом ансамбле. Чувствуется та эпоха. Та эпоха еще... Ну, конечно, сейчас беру у всех понемножку того, что можно взять, того, чтобы вот... Вот, и как бы... Очень, да, ответственно для меня, тем более сейчас готовим новую программу, в общем. Сіз ерде оласыңыз, насыл ерларны иджира айты десіңіз, енді яны программада? Ачмада ерен пенджереи песня и дан бір түркі Чахыжы. Сені мана ғайет гүзель деділер. Бәлкі де бірде бір ердан аштық парчасын үйдер айтерсіңіз бұздер үшін. Да. Әркез мемнен олыр мен белесі. Бөріңіз.
Açmada yarem pencereni, esmesin yeliler. Açmada yarem pencereni, esmesin yeliler. Menim sevda olduğumunu bilmesin eliler. Menim sevda olduğumunu bilmesin eliler. Harada menim al senin, ahuda menim bal senin, ahuvlarını men içeyim, bal senin olusun. Ahуvlarını мен içeyim, бал сенин олусун. Çok güzel, çok sağ ol. Nuskaytarma ansamblin sesi de yangıradı bizim stüdyomuzda. Эльмира ханым, келечекке планлар насыл асында, буюк мы? Буюк, конечно, у нас большие планы. Покорить не только сердца наших крымских татар, наших родных и близких, не только Крым, но сердца крымских татар и других народов на материке. Я думаю, что в скором времени мы едем не только на гастроли, да, в Новороссийск, Анапа и Крымск. Тамань. Вот. Ферат Серверович лучше знает, он у нас. Вот. Ну и чуть дальше. Сметулса, вы об этом услышите, увидите. Біз сізге тек мұфахетлер тілейміз, ве сіз айтыңыз, әретте қалдыражасыңыз. Біз емініміз тамам бөле олажақ, чүнкі керчектен де әмді яш, не сілемді әмді тәжірибелі ижрачылар, олар ұсталық, не бұйық ұсталық, не нәршіні япалар. Біз де қырым бойынша, әмді сабырсызлық не бекледеміз, әлі да зәрет етедек, ерлажақ, белкі де оны да алажақлар бұ ансамбль. Йох, мені алма жақлары, енді сен ұзың білесің мен. У него хорошее, он здесь каждый хорошее место, у него зачем же? Йох, ер ақында шымды айтмын, шымды истидатлар ақында лафер сетсек, мен біраз бұл ансамбльге білмеймін. Келішмейсіне. Нечего. Насылай тайым шымды, мен бұйык бір ұзынлықта ансамбльден қалажам, чүнкі мені анда қабыл өтмесілер. Асылында насыл критерияларыңыз бар мұм? Месал олырақ, яш ерді сізге келе. О, тек мұна ерламақ месалдей күлді, бізі милли әдетлеріңізді де бөлмеге керектір, мен белесем. Насыл критерияларыңызды сіз қоясыңыз? Критерия, самое главное, что нужно любить культуру своего народа. Это самое главное. И относиться к нему очень бережно. И придя в ансамбль, крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма», научиться слушать старшее поколение. Что тебе говорят, как тебе говорят, как к тому или иному слову или движению отнестись. То есть это очень, очень важно. Ну и, конечно, хорошие данные. Образование. Образование, да, потому что без образования, к сожалению, в государственный ансамбль, да, учреждения не принимают. Тек музыкаль тарафтан білгілер олмалық керек. Профессионал тарафтан. Ерджилых и Хрымтатар эдебиаты кафедрасы олмалық. Особенно ерджилых и инструменталисты, музыканты. Танцоры. В качестве Албара Уджуха келешер бекімде эдебиет. Не айет. Да, Ерсон Алич. Не айет. Я не помню, перевожу в виде ведущего. Конференция. Пек яхшы. Да, тем более татар тілін были более шақалыжа лафеткен конференциялер, олар аз. Очень нужен. Так что Хайтарма мен алмаз деген лафын чечке қалдырыңыз. Шақалардан кесеңіз, бізге күлдірсеңіз художник руководитель. Мен сізіне шыты, мен сізіне сөздеріңізді қатыр. Когда-то очень хорошим ведущим был Аблемит Умеров, да, который, Шакаджи, между прочим, да, был, который играл роль Ахмета Хая, и всегда на концертах он принимал вообще самую важную роль в ведении концерта. Он и со зрителем общался, анекдоты рассказывал, и всевозможные вещи, которые должен делать ведущий и артист, то есть он это применял. Конечно, нам бы такого. Это опасно. Надо в КВН. А не, наверное, посмотреть. Мумкан тапмагае. Бахынас, біз білеміз, енді Ихсаневи да тертіпте болы башқа милет векелері де бар еді. Қырым татар мединетіні білген, севген, үрмет еткен.
Оларды эскі боле бір заманлардан бұ ансамбльді іштірак еттелер. Ал азырда зиманеви енді яшладан, егерді башқа милет векелері келсе, олар, мисалыра, қырым татар тіліні білселер, қырым татар ойынларыны білселер, сіз оларыны қабыл етмеге азырсыз, боле бар еділер асында зиманеви У нас керенді. Есть такие артисты, и Ферат Серверович сейчас скажет, что это... Не то, что есть, біз талант... И к нам и приходят, біздер, и есть. Вақыт айтамыз, да, искусство Да, миллет йок, талант бар. Бізін чок ойыншыларымыз узбек коллективлерінде ойнадылар. Заслуженный артист Узбекистана олдылар. Оледе бізде де узбек балалары. Мана мен бұл афишаны бірінші сефер көрем, илк сефер. Мана мен сізге текаран оқымас дейім, кім о вақытте чалышқан. Эре Джепова, Белялов, Топчи, Умеров, Абилбулаев, Арсланов, Челебиева, Османова, Якубова, Шерфединов, Соболевский, Соболевский Лавин, очень хороший Мамедов, трубач. Мамедов, а, Рустем Меметов вообще, Керменчикли, Налбантов, Гвардеева. Так что, бу, как бы, адет, бугун хайтармада кте, якында бізге бір қызы келді. Да, она приехала из Бурятии, закончила Улан-Удэ, да, город Улан-Удэ, закончила хореографическую академию. И девочка вот уже 2 недели как входит вот в работу и уже дает результаты определенные. То есть это все хорошо. К нам могут приходить и китайцы, и негры. Но я серьезно говорю, самое главное, что они пропагандируют крымско-татарскую культуру. Вот это очень важно, понимаете, несмотря на национальность. Ама тек олар дегілде, сіз де бұл пропаганданы япасыңыз, бұл да чоқ шүкір. Про китайцев ты хорошо сказал, они за наших пройдут. Ну вот за негру, конечно. Ну а почему бы нет, да? Чөлерде чоқ шүкір. Атылан ойнарлар, ескі вақыт қайтарма атыла да қойған. Айта да мана қайтармады гүл, мана Ремзи апке, бывшая руководительница, бокал. Айта еді, театрды атылан қойей келдер. Так в роль входили аж Дезимона Гарпағла. Богом, да. Так что, может, видите, зато вы посмеялись, а так было бы грустно. Базам Халхом, знаете, темперамент, да, чей-то турмами. Русско-татарский темперамент, да, хватает у нас. Да, везде кучли темперамент, я без храндата в роли. Якша. Сонда, инда, Аллахам, джа, сонки да халарамас, я. Сонда, тевселер, тілеклер. Нелер айтмағай істері. Белке де керчектен де бірді бір яш істедатлы инсанларыны қайтарма ансамблінің Иркеанына дәвет етмеге істесеніз, бұрыныз бөлі имкеніңіз бар, ве асында халқымызға нені тілемеге істердіңіз? Бұрыныз, Ферат, бе белке де. Яда Эльмира ханым. Айтыңыз, мен сон айтам. Айтайым, мен енді бөлі административ мудир олған сон, стерлігім бар еді халқымызға. Концертлерімізге кесінлер. Бек бізлерін поддержка етсінлер. Бүгін нағадар аз жауылсақ, үкімет чет тарафтан бақа. Бізлер, если өзіміздің халқымызға керекмей болсақ, башқаларына бізлер керекмеміз. Бізлер яңы программалар түземіз, халқымызға чалышамыз. Кесінлер. Билетлеріміздің паралары бек бүйік дүгіл. Бүгінге бүгін, мана мен айтайым, 200 күміштен зияде олмай, мана көйлерде, 150-200 күміш. Бүгін келіп тек аран балларына халқымыздың культурасын көрсетмеге 200 күміш, о, бек балабан файда олыр. Эбет. О, неме олмаз. Бізлер коммерческий дайым 1000 күміштен билет сатмаймыз, келіңіз бізге бақ. Халқымызға чалшамыз. Кесінлер концертлерімізге. Мана мен тілегім бұ. Шамрат бей, сіздің тілеклеріңіз белкі де яш несілге тевселеріңіз олыр, нелер япмаға, насыл огренмеге япмаға, олі сон қайтарма ансамблінде іштірак етмеге. Эйденланасыңыз, бөріңіз. Хорошей зарплаты, скажи, для бұл. Молодежь пригласи к нам работать. Да, хотелось бы пригласить кадров молодых, новых, что, как Эльмира Эдемовна сказала, не хватает людей, молод... ну, чтобы нашим зрителям хочу пожелать,
что приходили на наши концерты. Пришли, у нас будет скоро премьера. Какого числа премьера у нас? Скоро. Скоро премьера. Наша программа, которая у нас сейчас новая, готовится, никого не оставит равнодушным. Да, пока премьера у нас будет, вот мы выезжаем 22 числа, 22 марта за пределы Крыма, Новороссийск, Тамань и Анапа. Я все время крымск хочу сказать. И Анапа. Программа наша называется, как и радио, крымско-татарское радио, «Ватан Седасы». Вот. Мы будем исполнять немного новых произведений и новых танцев. И все, что у нас есть самое лучшее, лучшие постановки нашей замечательного балетмейстера Ремзе Бакал и новые постановки Заремы Усмановой. То есть мы приглашаем всех на наши концерты. Все, что мы делаем, весь наш труд, он направлен для нашего народа, на созидание, на процветание нашего народа. Поэтому милости просим, мы вас любим, ценим. Спасибо вам, что вы есть наш любимый, дорогой зритель. Чок сау.